Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня продолжаем сборку и покраску ГАЗ-М1 от фирмы «Звезда». И будем делать смывку. Хочу поговорить о смывках. Смывка, на мой взгляд, это, конечно, незаменимая вещь, незаменимая такой шаг в моделизме. Смывка делается для чего? Чтобы все мелкие детали, все полосы, все углубления, выемки сделать более четкими, придать рельеф и форму машине или какой-либо модели. Раньше я, когда начинал моделизм, сначала не понимал, вот для чего эта смывка, что она делает. Ну, покрасил модель, ну да, вроде бы красиво. Но когда мне посоветовали и посмотрел всякие фильмы по смывкам, по масляным точкам и по всему, и когда первый раз попробовал это воплотить на своей модели, мне очень понравилось. Да, реально, когда смотришь на машину, она совсем преображается, совсем по-другому взгляд на нее. То есть, я считаю, смывку надо. Если не пробовали еще никогда делать, то обязательно попробуйте. Вы не разочаруетесь. Смывку я буду делать фирмы АК темную. Так как у меня сам по себе камуфляж на модели темный, я и буду делать темную, чтобы больше было видно, что я выделил. Когда пользуетесь вот такими смывками, надо их хорошо перемешивать. Вот одно неудобство, что надо постоянно в процессе работы, постоянно надо перемешивать. Пока у меня не было фирменных смывок, я делал и разводил их с масляной краски. Ну, хотя тоже неплохо, довольно-таки можешь сам выбрать, какой нужен цвет, какой нужен контраст. И приступаем к смывке. Не бойтесь никогда, если на лак вы делаете, никогда не бойтесь, если немножко перельете, передобавите. Смывки много не бывает. Она, когда высохнет, по лаку очень хорошо смывается ватными палочками, тампонами. Поэтому не бойтесь никогда делать. Иногда я даже смотрю после того, как подсохнет. Смотрю и в некоторых местах еще больше добавляю контрастности, чтобы еще лучше повыделять. Вот, например, вот такие вот мелкие детали, как петли на автомобилях и крепления. Всякие полоски, стекла.
Прошло около 30-40 минут. Смывка подсохла. Теперь начинаем удалять ее ватными палочками. Все лишнее. Вот, очистил лишние подтеки смывки. Получилась вот такая вот смывка. Смывочка. Потом посмотрю еще раз, может где-то надо пройтись в некоторых местах. Подправить, подмазать. Конечно, на темном камуфляже, на темной краске плохо видно смывку, но светлую смывочку я не хотел делать. Именно хотел темную. Ну, в принципе выделилось. Говорю, если что, еще местами, может быть, перед тем, как буду лакировать матовым лаком, еще, может, где-нибудь подправлю. Немножко еще выделю смывку. Ну вот. Продолжаем, друзья, собирать дальше. Ждите следующие части. Спасибо за просмотр.